как негативная карма реализуется, да? Ты, скажем, создаются условия, да? А у тебя включается, тебя начинает нести. И ты не контролируешь ситуацию, ты действуешь спонтанно. Да. По тому сценарию негативному, который прописан там, в подсознании. То есть мы его создали, этот сценарий, и мы по нему побежали, наступили на те же грабли. Понимаешь? А поскольку 90% людей, даже больше, 99% живут спонтанно, они же не контролируют, они там типа вот, вот сегодня, да, случай, вот женщина, ну, на рынке, да-да-да. На рынке. Она ее понесло сразу, а вот там это. А ты подумай, ты вот включи свои, свою голову, посмотри вокруг, посмотри, так сказать, какие процессы вокруг. Ты чуть-чуть подумай. Это же абсурд, что ты сказал. Нет, ее понесло. На самом деле же все на виду. Просто. Да, да, ну ты посмотри немножко, дай отчет, чуть-чуть мозгами пошевели. Не будь биороботом. Вот это вот. Володь, а если тебя понесло? Да, бывает. Надо остановиться. Понесло. И ты смог остановиться. Это хорошо? Хорошо, да. Если понесло, смог остановиться. Потому что бывает такое, что если ты работаешь над собой, и ты, тебя, ты чувствуешь, блин, что-то я не то делаю. Раз. Да, хорошо. Это хорошо, да? Да, лучше, конечно, остановиться только вот на начале вулкана. Или вообще не начинать. Лаву, да, не начал выбрасывать лаву. Но ты остановился, когда пошел дымок. Уже хорошо лава. Ну, значит, ты в следующий раз сможешь остановиться, когда... А когда-то ты сможешь вообще, вот да. Ситуацию увидишь, ты уже не будешь идти по этому сценарию. Не то есть это работа над собой, работа и собой. Тогда это все... Да, это первый чит работы. Дорогие друзья, срочно начинаем нарабатывать позитивную карму, и все будет хорошо. Володь, ну я знаю, что ты изучал методику Долорес, вот, ну, Долорес Кэннон. Да? Угу. Вот, но мы выпустили уже 17 ее книг, сейчас еще 7 книг готовятся. Большинство вот. Читал. Да, вот. И я не могу, конечно, эту тему не затронуть. Вот ты изучил ее методику, ты почитал книги. Вообще, вот расскажи, что, как ты относишься и к методике, и к книгам, к той информации, которую Долорес придает. Некоторые люди есть, ну, прям фанаты книг, да, там, и метода Долорес Кэннон. Вот, есть люди, которые вообще ее не принимают по каким-то разным причинам. Вот твое мнение, как раз у тебя, ну, скажем так, ты, ну, эзотерик с большим стажем, так скажем. Ну, не эзотерик, я себе эзотериком никогда не знал. Ну, это я шутя, это, шутя говорю, потому что... Больше я исследую просто подсознательные миры, да, скажем, там, энергетику, там, прошлой жизни. Ну, что хочу сказать, когда я впервые столкнулся с Долорес, с книгами первыми Долорес Кэннон, меня, конечно, это страшно заинтересовало, потому что, скажем, на тот момент мне не с кем было, ну, как бы, наработанный опыт, нужно вот его оценить, а для того, чтобы оценить, нужно найти человека, который с этим же работает, да. Чтобы проверить, насколько правильно ты идешь, неправильно идешь, то похожие вещи встречаются, там не похожие. Я никогда не забуду, чуть-чуть отвлекусь, да? Когда была конференция по трансперсональной психологии, и туда приехал Бенгазов. Как раз там секция была по прошлым жизням, это вот первые только начинали тогда. И он начал рассказывать про свой опыт, значит, ну там все слушали, все там... Вот я сижу тоже там на конференции, мне там почему-то не дали выступить, но неважно, там что-то вопросы сказали, я говорю, ну, я скажу, сказал, что вот, ну, у меня тоже огромный опыт, я тоже по прошлым жизням там путешествую со своими клиентами, Гангаза ко мне подбежал, а у тебя так же, а у тебя тоже там и животные есть, и это есть, я говорю, да, да, и говорю, ну, вы, говорю, молодцом, вы статистику набрали, но, говорю, один в один, говорю, опыт, И он был очень доволен, что есть человек, у которого тоже такие же наработки. И мне было приятно, я понимал, что, так сказать, человек, что мы правильно идем. Что мы не с ума не поодиночке сошли, а что вроде правильно что-то делаем. Он идет своими методиками, да, у него свои методики. А я иду своими методиками, но результат одинаковый. И вот я когда Долорес читал, я понял, что да. Вот, кстати, Долорес... Или Гангазова, с Гангазовым раньше встретился, потом Долорес. Я уже не помню, книги мне попались. Вот. И я понял, что да,
как бы идем, мы правильным путем идем. То есть у нее свои методики, а у меня свои методики. То есть здесь было мне очень приятно на самом деле вот это вот ощущать. На меня негативное, ну ладно, это потом мы поговорим про Ньютона. Вот. Негативное впечатление присыла книга Ньютона. Вот. Поэтому Долорес, конечно, на меня произвела очень хорошее впечатление, но когда я начал читать уже много ее книг, там, вот, когда там с инопланетными там, угу. всякими общалась, ну, меня как-то это вот немножко... Смутило. Тоже смутило, да, непонятно как, с кем там, но у нее же была методика совершенно другая. И она через людей пыталась общаться с какими-то там своими высшими, ну, учителями, руководителями, я не знаю, там инопланетными существами. Вот здесь меня как-то эта информация немножко напрягала, потому что у меня очень много в этом плане опыта всякими контактерами. Я же с огромным количеством контактеров встречался, когда я был в поиске. Как войти в прошлые жизни, по ясновидящим ходил по контактам. В поиске себя, скажем так. Да, скажем, в поиске себя, да, никто не мог помочь, да, пока я сам не вышел. Вот, поэтому это меня немножко напрягло, ну, как бы, но меня потрясла, конечно, техника, когда вот практика, но я ее узнал не из книги, а вот из фильма, который вы снимали. Со школы. Со школы, да, который фильм вы снимали, и он мне попался там. Да, я уже знаю, от кого он попался. Да, но он таскал, никому не давая там, не размножая. Я говорю, хорошо, я говорю, все это будет, но я всегда свои выполняю. Да, все тайное становится явным, Володя. Да. Ну, сейчас честно признаюсь, да. Виноват, да? Ну, не виноват, но раз... Я шучу, да. Значит, нужно было. Вот. И там как раз были методики, и я все эти методики решил попробовать сам, потому что мне было интересно новые технологии попробовать. И я попробовал, ну, вначале там со своими знакомыми, мне действительно удалось с первого сеанса выйти на высшее «я» человека, причем все это под запись было. Эта женщина, она поменяла голос, у нее голос из женского превратился в бас. Причем, и вот этот бас мне отвечал, так сказать... Ты не был шокирован? Нет, ну, я просто к тому времени, я же уже к всяким вещам уже был готов, там, я же и сумасшедших видел, поскольку у меня образование второй психолог, нас и в сумасшедший дом ходили, мы смотрели, вот эта психология, клиническая психология, да, то есть мы должны были знать, отличать сумасшедших от нормальных, прочее. Я был готов ко всему, поэтому я, когда это услышал, думаю, интересно. У меня так просто вот в голове интересно. Вот. Ну и я как по программе, поскольку там вопрос был, так сказать, задан, цель была задана спросить. Конкретно. Я попросил, да, вот это вот ее высшее там «я», вот этот голос, вот этот грубый мужской сказал, что, так сказать, надо снять наказание, надо уже сколько может человек страдать. Вот. Он сказал хорошо, потом вывел этого человека из этого состояния. Причем до этого она там прошлую жизнь помнила, как она там умирала. Дальше у нее вот все там закрыто. Все закрыто. Ну, потому что там очень глубинное состояние было сознания. Вот. И у этого человека через полгода жизнь коренным образом изменилась. То есть, если бы этого я не видел, я, так сказать, не был такого опыта, я сказал, что все это чушь, это вот ерунда. Нет, это реальные вещи, они рабочие. Но ты увидел причину, а через полгода ты увидел следствие. Да, работы. Я увидел причину и следствие, и методика Долорес мне в этом плане, вот то, что она переход через смерть, а потом к высшему я обращение, да, то есть, ну, с моей точки зрения, это глубинное какое-то наше сознание, к которому обращаются, и где там сидит самонаказание или что-то еще сидит. Вот обращение и там снятие вот этой причины, да, и как следствие человек меняется жизнь. Здесь, конечно, вот это гениальное ее вот это, ну, не изобретение, а к чему она пришла, у меня такого не было, да. Вот, но это я не использую, потому что, ну, это в крайних случаях только вот.
Потому что я считаю, что все-таки я мягко, у меня мягкий подход. Угу. Я считаю, что не должно быть вот таких вот жестких. Да? Все-таки Долорес, она гипнотизер. Как ни крути, она занималась гипнозом, а она гипнотизером осталась. Поэтому для меня гипноз всегда – это некоторая жесткость. Вот. Хотя тетка потрясающая, и методики у нее потрясающие. Но она проводила через смерть жизнь именно для того, чтобы погрузить человека на более глубокий, уровень. Она же она работала только на тета-уровне, то есть на альфа-нервный. А чтобы погрузить, она именно через специально делала. Она проводила, да, чтобы на тета-уровень погрузить. Да, да. Поэтому там, ну, как бы, если можно сказать, жестко-таки, да. Там же проход через смерть, это всегда жесткий эмоциональный стресс такой. Но она снимала их эти, вот именно, фобии. Когда, то есть она, ты просматривал свою жизнь, проходил через смерть, и она тогда чтобы человек, выйдя, он себя не тянул фобии на вещи. Да, да, из прошлого, да. Да, да. Но это снятие фобии, это шикарно, да. Вот эта методика, потому что, когда человек проходит через смерть, он вот эти все, скажем, физические наши реакции, а он от них говорит, что физическое тело – это то, оно осталось со всеми там. То есть с той личностью осталось все в прошлом. Да, он не цепляется за ту, скажем, за тот опыт физического тела, я бы так сказал. Именно физического тела. Ну, потому да, что да, когда да. человек умирает, скажем, ну, когда он тонет, умирает от того, что он тонет, у него может сохраниться фобия, страх воды. Да. Если, скажем, человека сожгли на костре, у него будет фобия, страх огня. Но, Володь, смотри, я тебя понимаю, о чем ты говоришь, да? Вот, но смотри, Долорес, она, когда проводила через смерть, она ж человек не участвовал в этом. Паша, сейчас вот, кстати, есть случаи, когда регрессологи, да, разные, ну, я наслышан, мы уже занимаемся регрессологией с 2007 года, вот, заставляют прям некоторые по незнанию, некоторых даже есть методики, когда заставляют человека переживать. Прожить. То есть, если он горит на костре, то есть прожить, он должен прогореть, да, прожить, и горит помогает. У Долорес этого не было. То есть человек смотрел на свои прошлые жизни, ну, как вот мы с тобой кино смотрим, только со своим участием. Но, ты, наверное, неправильно меня понял. Почему? Потому что я же не сказал, в частности, как этот процесс происходит. Я сказал, что провести через смерть, но через смерть можно провести разными путями, да? Можно провести, человек прожил эту ситуацию, а можно со стороны посмотрел. Да. У меня и наоборот, я когда с клиентом работаю, когда он сильно зависает в своих ощущениях, у меня был случай, значит, женщина одна, она вот в реинкарнацию, влетела в эту реинкарнацию, и она по всем пяти органам чувств зависла. И вкус, и запах там, и вот все, она все. Там живет. Ее пришлось оттуда выдернуть, чтобы она на нее со стороны посмотрела. Потому что прохождение вот этой ситуации, скажем, негативной, вот со всеми пяти органами чувств, это, конечно, большая травма. Она там травму получила, а тут я ее... А тут повторяет еще раз. Повторяю, ее как бы еще больше закреплю. Угу. Поэтому тут, естественно, надо выдернуть. Вот я поэтому и говорю, травмы, что да. вот... Нет, это... но это уже понимаешь... Как бы ты с одной стороны правильно сказал, да, но с другой стороны я сказал в общей форме, а это уже частность. Как ну, это понятно. Как? Ну, я немножко уточнил. Да, ну хорошо, что уточнил, это правильно, потому что каким способом мы проходим через смерть, наблюдая со стороны или принимая участие, или частично принимая участие, а частично наблюдая со стороны, такая тоже методика есть. То есть ты как бы туда влезаешь, чтобы выскакиваешь, влезаешь, выскакиваешь. Какую-то информацию взял и работаешь с ней. Да. Такая тоже методика есть, у меня, по крайней мере, да. Но понимаешь, в чем дело? Дело в том, что Долорес, она ведет клиента, и он эту информацию считывает, он получает прочее. Я работаю по-другому, я считываю информацию. И клиента, если там травмирующая ситуация, его подсознание туда не пустят. Я информацию получу, я в мягкой форме информацию клиенту даю, он, естественно, ее воспринимает через меня, не проживая это, вот так вот вживую, да. Вот, и поэтому это более мягкая форма, понимаешь? Ну, я говорю о достоинствах моих методов.
Недостаток, конечно, моего метода в том, что, скажем, если клиент там либо ничего не чувствует, ничего не видит, он скажет, ну, мало ли, может, вы нафантазировали про меня. Вот я только хотел спросить, да. А может быть, ну, сразу задаю два вопроса. Угу. По твоему методу и по методу Долорес. Там обычно человек, если не верит, он говорит, это я нафантазировал себе, хотя он находится в трансе человек не может фантазировать. И твой метод, то есть, когда ты видишь, может, ты себе нафантазировал, насколько это реально вообще? Объясню. Я, когда только начинал, у меня первая была мысль, что это фантазия, что это не может быть, это просто я фантазирую. Но у меня была цель, пусть это фантазии, да, пусть это, мы работаем с подсознанием, если мы это переструктурируем, да, то меняется взгляд, меняется поведенческий сценарий, меняется реакция, и, естественно, человек в похожей ситуации, он будет уже не будет наступать на эти грабли. То есть немножко цели разные, да, то есть цели причинно-следственной связи поменять себя, да, и реакцию на внешний мир. Вот. То есть это вот первый момент. То есть я считал, что это фантазии, и пока я не набрал достаточно опыта, ну, статистического, я понял, что это не фантазии. Но и мне все равно, у меня вот до сих пор как бы существует проверка. Фантазии это не про... и фантазии. Вот, скажем, первая проверка – это психосоматическая реакция у клиента. То есть тело, физического тела, да? Физического тела его. То есть я начинаю говорить, он начинает реагировать. То есть я ему там рассказываю, что было, он еще не видит, никакой информации не идет. Он говорит, ой, мне плакать хочется. Или там, ой, у меня там, скажем, что-то там, реакция в какой-то части тела. Значит, это каким-то образом... Уже человек входит в измененное состояние сознания. Ну, это не то, что входит в измененное состояние сознания. Это значит, вот этот опыт, он у него есть. Ага, то есть тело не будет реагировать. Угу. Это первая, как бы такая четкая проверка, что я в фантазиях не гуляю в своих. Угу. Вторая проверка. У меня человек сидит первый раз. Я про него ничего не знаю. Я не знаю, кем он работает, кто он работает. Вот пришел вот белый лист, да, вот, я ему начинаю, он опять тоже ничего не видит, ничего не слышит, я ему начинаю описывать ситуацию, что он там напортачил, какое там событие было в прошлой жизни, где он совершил ошибки, какие у него качества ума сработали, ну, и так далее, качества негативные, и к чему это привело. Вот. И он сидит и говорит, на мне в этой жизни похожие ситуации были. Если бы у него не было похожих ситуаций, да. То есть вот этого повтора не было. То есть идет вот этот повтор, то есть причинно-следственной связи. Но если она не была отработана, то она будет повторяться. Она повторяется не один раз по жизни. Угу. То есть это второй сигнал, скажем, то, что это достоверно, что это не фантазия. Да, я могу там чуть-чуть... чего-то. Может, там ребята шутят, они же веселые, дают тебе информацию какую-нибудь такую. Дальше. Я с этими ребятами не связываюсь, я сам смотрю. Я понял. Так. Обычно я как работаю? Я смотрю человека, его причинные планы, позвольное тело, и я смотрю блок, с которым надо работать. Он обычно вылезает в переднюю полусферу, и я в этот блок ныряю просто, ныряю своим сознанием. И через него я выскакиваю в прошлую жизнь. Он прям как вот через туннель такой раз, и вот я там в этом. Я вижу его персонажа там. Ну, его в другой форме, но я по вибрациям чувствую, что я этот человек. Вот. Еще один сигнал, что это правильно. У меня идут реакции определенные, там, ну, скажем, мурашки там. Ну, ты знаешь, когда подтверждается или когда это левая информация, скажем так? Ну, у меня раньше очень много было. Вот, ну, вот ты знаешь, это вот определенное ощущение, что это не вранье. Когда идет вранье, это идет просто картинки идут, они идут без... Как бы вот, знаешь, просто, безэмоционально, да? Безэмоционально, просто кадры фильма, без звука, без всего, вот так чпок, чпок, чпок. И это ни о чем, они не цепляют. Ни тебя не цепляют, ни клиента не цепляют, нет никаких реакций, нет никаких дополнительных там, ну,
А когда ты хватаешь, она начинает вибрировать, там оттуда энергия выходит. Ты когда распаковываешь эту самую блок, энергетика повышает, идет резкое повышение энергетики. Там процессы интересные, они же по всем планам идут. И там интересно еще, когда блок клиент отрабатывает, он не видит ничего, но мы переигрываем эту ситуацию. Он ее когда переиграет, у него обычное ощущение, что как будто груз с плеч свалился. Ага. Ему становится легко. Кстати, переигрывать часто бывает тяжело. У меня мужик один переигрывал. Мы за сеанс 3 максимум реинкарнации проходили за там где-то порядка почти 2 часа. Он был весь мокрый. Вот ему было настолько тяжело вот это переформатировать внутри себя. Даже находясь в трансовом состоянии? Ну, полутрансовое состояние, да. Он весь мокрый был. Но у него был потрясающий результат. Он еще не видел, но вот он переформатировал. У него были потрясающие результаты потом. Ну, у нас 5 сессий хватило, и у него жизнь изменилась. Володь, тогда продолжим тему, скажем. А клиент может придумать? Вот если мы возьмем методику Долорес, когда... Там клиент сам видит все, говорит, его рисовах просто направляет. Может ли клиент, находясь в трансовом состоянии, придумать? Может. Может, да? Клиент может, да. И таких случаев очень много. У меня есть такой, ряд товарищей было. Они тоже там что-то видеть начинали. И вот садимся, а у меня такое правило, да, когда начинаешь работать, вот первый блок вскрываешь, если клиент что-то начал видеть, это считается приоритетом. Мы работаем с этим, то, что он видит. И вот, значит, он, клиент выдает мне, вот я вижу то-то, то-то. А у меня реакция так никакой. Я понимаю, что нет реакции ни эмоциональной, ни энергетической, ни... Думаю, что-то не так, да? Ну, я так включаю свои видения, начинаю настраиваться на его образ. И понимаешь, что он рассыпается. Нет образа. Это придумка, да, это придумка идет. Чисто он выдумал. То есть он где-то прочитал, он где-то там, он отождествился с этим, он это прожил. Ну, когда мы книги читаем, мы отождествляемся с образом. Фильм смотрим, отождествляемся с образом. Да? И он просто рассыпался. То есть там нет опыта, там есть только информация. Я говорю, стоп, давай, говорю, другую посмотрим. Начинаешь другую смотреть, у него реакция идет, у меня реакция идет. А вот это вот уже, да, вот это уже то, что есть. Да, такое. Поэтому, когда клиент сам идет, у него, во-первых, нет опыта. Да, если он много работает, ну, много прошел сессию, у него есть опыт, он уже как-то там правильно идет. Да, ему уже регрессолог выстроил правильное направление смотреть. Кстати, Долорес про это тоже говорила. В книгах, она же говорила, что некоторые клиенты фантазируют, их приходится вот уводить из фантазии. Поэтому у начинающих регрессологов это может быть сплошь и рядом фантазии. Там я была Клеопатрой. Клеопатра уже там, каждая вторая была Клеопатрой. Извините, ребята, Клеопатра была одна, такая, да? И она, может быть, не воплотилась еще даже. Вот, поэтому нет, здесь я там была великой богиней, там еще... И вот это ловушка. Тогда вопрос. А как начинающему регрессологу понять, что его за нос не водят? Ну, во-первых, я считаю так. Вот начинающий регрессолог должен работать не один. Он вначале должен посидеть. Посмотреть со стороны. Посмотреть со стороны, как работает регрессолог более опытный. Я считаю, что это правильно. Скажем, на Востоке, там такое правило, например, вот в медицине, скажем, ученик 7 лет вместе с учителем работает, наблюдает, что делает учитель, через 7 лет только он, учитель ему разрешает самому работать уже самостоятельно. Ну, интересно. Это как в плане медицины. Да. Вот это я знаю, я просто мне рассказывал, человек, которого он китаец, у него в седьмом поколении врач-иммунотерапевт и прочее. То есть там вот это вот у них наследственность, да. И он рассказывал, что именно так, никак по-другому. Если ты не будешь работать в паре учителя, не учиться вот вместе, когда наблюдаешь, то есть тебя, говорит, ничего не выйдет.
Вот. Поэтому, да, всегда в современной медицине эти ассистенты, они присутствуют на операции, когда оперируют профессионалы хирурги. Они долго ассистируют, они наблюдают, смотрят, потом первый там что-то пробует, второй, потом они уже становятся хирургами. Это тоже время. А регрессия тоже хирургия, только психологическая хирургия. Ну, да. И здесь можно столько дров наломать. Ну хорошо, он фантазирует, хорошо, вы там ничего не напортачили, да, ничего нет. Это вот как бы здорово, замечательно. Человек там посидел, пофантазировал, ушел, получил удовольствие. Я Клеопатра, да, но к чему это приведет? Вот второй момент очень важный. Регрессия может запустить негативную карму, активацию негативной кармы. Может? Может. Ну, позитивная тоже может, может негативная. Как это происходит? То есть регрессолог, когда погружает, он как бы вводит состояние человека, да, определенное, и он погружается в прошлую жизнь, распаковывается файл информационный. То есть распаковывается файл и запускаются все программы той жизни, которая была, не только, ну, которую позитивные, но и негативные программы. И у человека может появиться, скажем, какое-нибудь негативное желание, которое бы не появилось, если бы его в регрессию не погрузили. То есть регрессолог должен, если уж ты распаковал этот файл, то должен его весь переформатировать, просмотреть, где позитив, где негатив, негатив исправить. Ну, переформатировать как-то, да, и чтобы чистенько выйти вот из этой регрессии, чтобы человек убрал негатив, позитив забрал и как бы вот пошел в жизнь с этим потенциалом, да, с этим ресурсом. Почему я говорю об этом? Потому что у меня есть в этом плане опыт. Вот когда не дорабатывал, я когда начинал, то есть людей начинало колбасить после путешествий прошлой жизни. Хотя вроде бы я более мягкими методами работаю, чем, скажем, когда работаешь вот по этой системе регрессологии. Вот, людей колбасило реально. То есть они вплоть до того, что они могли заболеть физически. Вот. И здесь то же самое, потому что мы вторгаемся вот в эту область, в эту планку. Но вот некоторые считают, что регрессология это, ну, не стоит нам копаться в прошлых жизнях, это опасно. Ну, я так не считаю. Ну, тогда нужно говорить, что, ребят, хирургия – это тоже опасно. Ну, да. Не надо. Не все выживают после операции. Да, не надо, так сказать, оперировать. Ну, человеку надо помочь. Если не прооперируешь, он умрет просто, да? Человеку надо помочь. Он не может решить вот свои проблемы в этой жизни с помощью обычного психолога. Он просто не может, но он хочет их решить. Воли ему не хватает, он не может понять, в чем причина, почему вот там все это выскакивает, работает, почему у него все так идет. Вот. Но когда он погружается в прошлую жизнь, он понимает, в чем причина, он понимает, что, скажем, у него чувство вины. Вот, вот это самая страшная вещь, чувство вины. Да? У человека в этой жизни он всегда себя чувствует виноватым, хотя он ничего такого не совершал плохого. Вот. И это ему мешает жить. А когда он в прошлую жизнь лезет, ну, с регрессологом, да, он понимает, что он там совершил это, совершил. Если он там себя прощает, снимает чувство вины, он потом приходит в эту жизнь, ну, возвращается, да, из регрессии. И у него это уходит, чувство. Он уже перестает себя считать виноватым перед родителями, перед детьми. Хотя он родителям помогает, для детей он сделал все, что мог, перед соседом, я не знаю, и так далее. То есть... Но помощь, общение с людьми и вина к этим людям, что считаешь, ты виноват, это же разные вещи. А на бессознательном плане чувствую. Он считает, что он мало сделал для родителей, он считает, что он мало сделал для детей. Он считает, что ребенок не поступил в институт, потому что он виноват. Не доплатил, да? Хотя это карма ребенка, да, потому что у него знаний не хватает и так далее.